С началом войны завод перешел на режим военного времени. Двухсменная работа, 12-часовой рабочий день без выходных. В 43-м году ввели казарменное положение. Рабочие сутками не выходили из цехов. Отдыхали там же, в бытовках, на двухъярусных нарах. Жестко экономили время. На сон тратили 1,5–2 часа в сутки. Многие, кто брал на себя повышенные обязательства, перевыполнение нормы в несколько раз, часто не отходили от станков по 4 суток. И это при том, что питание было крайне скудным, а в цехах царил холод. Самая страшная зима выдалась в том самом рекордном 42-м.